Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Наш красавчик Эдгар хочет сказать пару слов. Мы опустим музыку сейчас, чтобы он нам сказал пару сладких слов. Давай, Эдгар Джен. Спасибо большое, господин диджей. Подрафлай. Подрафлай или я диджей Чилович? Чилович. Диджей Чилович. Эдгар, Эдгар. Элина, Эдгар говорит, Эдгар. Эдгар здесь. Я хороший костюм. Голда очень красивый. Это не дядя Урун костюм. Нет. Я шучу. Я хочу всех на внимание, во-первых, и официально тебя поздравить с днем рождения. Вот так. Чтобы мы все друга слышали. Так без музыки, чтобы... Свою любовь тебе высказать, как сказать. Ну, начнем сначала, да. Во-первых, с днем рождения, Цезарь. Я очень рад. Я думаю, что эта земля, планета рада, что такой человек, как ты, есть на этом свете. Грубкий, дружный, мягкий, отзывчивый, добрый. Красивый такой человек, что очень тяжело найти в одном человеке все такие качества. I love you very much. Я хочу сказать, что я буду всегда рядом с тобой, no matter what. I will always love you for your... За то, что ты... Есть за то, что как ты себя ведешь, особенно в последнее время, во время нашей Дианы беременности, ты вообще показала грандиозную теплоту и грандиозное внимание с твоей стороны. Это было вообще финал, и ты навсегда в моем сердце. Навсегда. Nice toast, bravo. Если надо будет, полжизни своей отдам тебе, если надо будет. Thank you very much. Я хочу поздравить с днем рождения. Я очень рад, что ты есть, что ты с нами, что у нас есть такой человек, как ты, вокруг нас. Очень приятно, очень хорошо. Живи, радуйся, наслаждайся, будь здоровой. Удачи тебе, успехов вместе с своим супругом, со своей семьей, с вами близкими, родственниками. Всего-всего тебе, Эльнаджан. Очень приятно здесь находиться, конечно, все красиво, все хорошо, так же, как и ты. Ну, конечно, это заслуга нашего... Безусловно. Мистер Савчик! Happy birthday! Happy birthday! Thank you.
бачка. Пока мы еще не в хорошем, таком прекрасном состоянии, пока мы можем все друг друга пока собрать и послушать друг друга, я хочу предложить еще один тост. Немножко отойти от курса по очередности тостов. Немножко от курса отойти, в общем, как я сказал. Выпить за супруга именинницы, за нашего дорогого брата, друга, как родственника, как хотите, кто кому, как он приходится. Для меня этот человек очень дорогой человек, я его считал как братом своим. Знаем уже друг друга немало времени и наслаждаемся тем, что мы познакомились друг с другом и продолжаем нашу дружбу. Очень приятно с тобой было познакомиться. Когда это было? Здравствуйте. Давайте выпьем за нашего Энрика. Я услышал. Как за супруга нашей именинницы. Он всегда рядом с Элиной, как я вижу, как я знаю, как это вы все знаете. Они сплоченные, вместе работают, вместе едят, вместе кушают, вместе. Все тоже вместе делают. Элиджа, хочу во-первых... Эрик, давай! Поблагодарить тебя за такую красоту. Будь здоров. Будь здоров. Мирный пушинорки, как на армянском говорит. Пушинорки. Лав. Чашасу. Чаша пушинорки. Шнурокарусу. Спасибо за вот эту всю красоту. Айо. Желаю тебе здоровья, самое главное. Успехов твоих делах.
Я вас рад здесь видеть, потому что каждый человек, который здесь, это не просто тот, который так, ну, для галочки. Те, кто меня знает, они знают, для галочки никого не приглашают, никого не зовут. Я всех зову тех людей, которые мне близки по душе, по взаимопониманию. И все те люди, которые меня окружают здесь сегодня, мою супругу, это те люди, которые всегда и рядом всегда были со мной и с моей семьей. Я очень рад, что вы здесь. Я вас благодарю, что вы пришли, и вы постили вот то, что вот мы пришли своим присутствием, постили память. Вот именно вот то, что вы пришли и вот сильно уважили нас, то, нашу семью, что вы вот пришли. Ну, здорово. Поздравляйте мою жену вот с этим днем. Ну, здорово. Я очень, очень рад. Aşvarum aranske, ben çömeyim sirtem
Important moment of the day. Hold on.
Ну, если ты меня